Хочешь поучаствовать в конкурсе на 50 тысяч кристаллов? Тогда тебе нужно подписаться на мой канал, поставить лайк на это видео и написать свой ник в комментарии. Более подробная информация в описании. Всем привет, друзья! Да сука! С вами Биг Танкс, и легенда, как вы поняли. Привет! Да, я крутой. Короче, ребят, сейчас я еду на свою стройку проверять, что там мои прорабы работают или нет. Я там им сказал башню построить, небоскреб. О! Работают! Сейчас проверим, короче, что тут как. Так, главное, минус не упасть. Я в минусе. Ну, короче, вот, башня строится, все нормально. Короче, строители на месте, что-то одного лагает. Видите, викинг лагает, М0, или М1, или что это? Это, короче, это, набухался, его колбасит. Вот, поэтому мы тут с легендой сейчас будем дальше продолжать эту стройку. Танкобашня называется, ребят. Ставьте лайк за эту рубрику. Я не знаю, как бы, меня позвали, этот начальник, проверь. Вот, я как бы вот взял синюю краску, тоже как они. Викинга гром, все как надо. Вот, правда, у меня он цыганский, у меня он XT. Ну, я думаю, ничего страшного. Я там смотрю, вон жопа цыганская тоже торчит, видите? XT-шная. Ну, неплохо так, неплохо, да. Сколько тут этажей? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Много, короче, этажей здесь, наверное, где-то 18 или 17, да? Лёха, я зашел. Ты знаешь, что сделать надо? Ты кто? Привет. Всем привет, я легенда. Эра, куда он пошёл? А, одного выкинуло. Ну все, короче. Арафлаг? Арафлаг? Ёпта! Я говорил, не нужно пить на работе. Смотрите на него. Капец. Колбаска ты итальянская. Все, валяйся. Никто тебя не поднимет. Нет, нет, нет. Ладно, поехали наверх. Тут пишут адекватно, давайте. Какой там адекватно? Вы что, видели? Так. Давай, легенда. О, легенда, ты тоже такой крутой? Так надо викинга гром. Или там пушка, не важно. Не знаю, я видел чуваки на викинг громах, я взял. Все, гол, короче, легенда, мы с тобой цыгане. Возьми синюю краску, возьми, ара. А, синяя, да? Ладно, ладно. Давай. Эй, ара. Дун-дун-дун, как там цыганские песни будет, я забыл. Да, блядь, забыл. Ай-диги-дай-диги-дай. Ай-диги-дай-диги-дай. Адекватный видос, скажи. Так, сейчас идем грабить, короче, этих петухов. Что там? Нихера себе. Заберем у них обычные вооружения. А ну. И здорово, ребята, мы цыгане. Опа, и валим. А почему? А смотрите, а чё ты, ребята, что произойдет, если кинуть им голд? Стойте, подождите. Да, там в натуре, Лёх. Блять, раскачку надо, сука. Смотрите, смотрите, смотрите. Ребят, что будет? Что будет, ломается или нет? Смотрите. Что они сделают, интересно? Стой, да, не толкай, не толкай их. Смотрите, смотрите, они поедут за голдом или нет? Пацаны. А где голд, Лёх? Пацаны, гол биты, забирайте. Они такие, ну нахер. Ну давай, что они сделали? Ты видишь голд? Нет, я его не вижу вообще. Смотрите, смотрите, два сползло. Да ладно. Или упали. Пацаны, голд биты, забирайте, что вы там сидите? О, Лёха, Лёха, сзади, сзади. А, вот, вижу. Лёха, летят они, я смотрю, просто смотрю. Давай, твой. О, да, конечно, твой. Твой. Хорош. Посползали с башни, ах, сука, стоит. Вот это душа. Лёха, Лёха, душа волка. Вот он же тупой, наивный, блядь, такой. Стойте. Подожди, сейчас, подожди, стоп, они сейчас еще раз построят башню, я снова кину. Что будет? Соблазна велика. Ну, давай, пацаны. Голд в битве, ара. Ара голд? Бик, издеваешься. Вот этот вообще наивный такой, бля, я охереваю просто. Да-да-да. Так, сейчас, подожди, они сейчас залезут, короче? Сейчас залезли? Чё это? Да. Все, давайте кидаем еще раз. Ну чё, пацаны? Так, мы немножко... Пока. А где голубец-то? Я не знаю, я не нашел. Смотрите, смотрите, посползали, лол. Да ладно, да ладно, да ладно. Смотри, 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 лол, просто лолишь. Просто. Заколдованы, все лезут.
Лёха, 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 справа, 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 да справа. Мне похрен, лол, смотри, все башня. Они строили ее полчаса, все, пока. Голд битве. Биг Тан скинул голд, все за голдом, смотрите. Просто. На что люди готовы ради голда? На все. Просто, ребят, ну вы бы 40 минут строили эту танкобашню и просто взять и поехать за голдом, который кинул какой-то неадекватный биг танкс. Это просто лол. Пишет, молодец, Лёха. Да, да, да. Я крутой, да, такой? Они сейчас упали, упали. Упаду. Упаду. Нет, нет. Держимся, пацаны, мы на борту. Стоим. Давай я запрыгну. Легенда, ай, брат, я боком. Блядь! Еще один за бортом. Да не надо, не бей. Тихо. Сейчас в том, прикинь, всех сливать потом. А, я боком стою, помогите. Помоги. Это ты? Это я. Меня выкинуло. Там кто-то лагает, какая-то сука, ее черепень, смотрите. Из-за нее все лагают. Кто это на М0? А, все, поломалась пирамида. Всем спасибо, всем пока, да. Ёпта, а, чувак читерить начал, прикинь. А я заснял, читера заснял. А, поломалась башня. А, это что? Это что за херня? Смотри, смотри, это была башня. Ой, это чё? Душа едет, душа, я, всё, я сам уничтожил. What the fuck, это как получилось-то? Вот, короче, ребят, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Буду записывать, еще посещать эти танка башни. Вот, поэтому все. Всем удачи, всем пока. Пока, бандиты.